Компьютерные игры сегодня уже изменились настолько, что просто играми их назвать трудно. Они все больше становятся интерактивными. То есть вы смотрите полноценный художественный фильм, в котором вы можете принять свое участие. Игра «Дневник вампира» как раз и является такой. Жанр игры можно определить как мистический триллер. Мрачная и зловещая атмосфера, леденящая кровь звуки, игра слишком опасна, чтобы к ней относиться пренебрежительно. Елена, главная героиня игры, должна распутать загадочное происшествие, случившееся с детьми в церкви. Ей предстоит пройти испытание, разгадать все секреты, и мы не будем открывать секреты игры, скажем только, что их очень много, и они будут подстерегать вас на каждом шагу. Можно предположить, что, подобно всем американским художественным фильмам, конец у игры будет счастливым. Правда победит, и виртуальное зло будет наказано. А вот сколько понадобится для этого времени, зависит только от вас, и в некоторой степени от вашего компьютера. Для нормальной работы программы требуется компьютер с процессором Pentium и частотой 90 МГц, и оперативной памятью не менее 16 МБ.